Всем привет! Я очень рада видеть вас на нашем онлайн-концерте. Надеюсь, вы получите очень много эмоций. Конечно, было бы лучше, если бы этот концерт проходил вживую, в реальности, в большом зале. Но, к сожалению, сейчас такой возможности нет. Но все равно, я надеюсь, вы получите столько же море эмоций на этом концерте, сколько и должны были получить в реальности. Я очень рада, что вы зашли сюда. И надеюсь, вам понравится. Поздравляю всех детей на планете с праздником. Это огромное счастье. И я очень рада, что сейчас у нас есть такая возможность хотя бы по онлайну поиграть, так как я очень ждала всяких выступлений, и тут вот случилось такое, что сейчас вообще нигде нельзя играть, никуда нельзя выходить. Это очень сложно, нельзя не встретиться с родными, близкими, которые живут далеко. Но я очень рада, что все же я могу поиграть. Хотя бы так. Всем привет! Меня зовут Кузнецова Яна, и в продолжении нашего концерта я хочу исполнить произведение под названием «Музыкальный момент». Всех еще раз с праздником, Днем защиты детей. Всем пока-пока. Спасибо, что зашли на наш концерт. Всем привет. Меня зовут Новикова Настя. Продолжаем наш онлайн-концерт в честь чудесного праздника День защиты детей. И сейчас я исполню для вас замечательную русскую народную песню «Поддай балалайку». Thank you.
сегодня был со мной. Концерт продолжается, и следующий участник выходит в эфир ровно в 13:00. Всем пока-пока! Ну что, сегодня у нас 1 июня, день защиты детей. И я поздравляю всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру. Помашем ручкой. Машем. Кто у нас первый помашет? Сегодня вас ждет мастер-класс по шаромоделированию. Сделать пару фигурок шаровых колбасок. Потанцуем, пригласим несколько человек из прямого эфира, чтобы потанцевать вместе с вами. И, конечно же, в конце вас ждут фокусы. Ну что, пока у нас собирается наш народ, давайте с вами сделаем пару игрушек. Эфир мы сохраним, поэтому вы потом можете дома сделать такую же игрушку. Ну что, без чего не обойдется ни один пират. Конечно же, без сабли. Ну, добавим шарик. Делаем вот такой вот кружочек. Держимся за кончик шарика. Соединяем. Покажу вам поближе. Скручиваем. Получается вот такая фигурка. Дальше держим одной рукой кончик, второй рукой начинаем делать кругляшки. Один, по часовой стрелке. Два, три, четыре, ну, это будет четыре. И засовываем. Ну что, я смотрю, у нас уже присоединяются ребята. Может быть, кто-то хочет выйти с нами в прямой эфир и потанцевать. Есть желающие? Так, ждем вашего ответа. Продолжаем. Вот и что. Соединяем между собой. Пока. Вот эту штучку вставляем в середину. Да? Теперь берем вот эти боковые. Перекручиваем между собой. Одну. И вторую. Делаем одну ножку. И таких же 4 штуки. Всем привет! Привет, привет! Всем привет! А кто любит фокусы, просто поставьте плюсики вот здесь. Ставьте плюсики, кто верит в волшебство. Ура! Вы нас слышите, вы нас видите. Привет, привет, начинаем привет! Начинаем показывать фокус. Итак, Данил, подойди сюда. Да, конечно. У меня есть вот такой шарик. Посмотри, потрогай его, скажи, он, ну, мягкий, он обычный. Он очень мягкий такой, весь какой-то плюшевый даже, да. Знаешь. Вот если вот на шарик просто надавить вот так, иллюзия как будто два, да? Да, все верно. Похоже же на два, да? Два шарика. Вот сейчас вытягиваю обе ручки перед собой. Два шарика. Вот скажи, какой тебе больше нравится? Ну, давай левый. Вот этот, да? Вот. Я один шарик положу себе. Второй у меня. Вот этот крепко сожми просто в левой руке и переверни руку. Один шарик у меня, один шарик у тебя. Теперь смотри. Я покажу, что мой шарик медленно исчезает. И вот теперь открой руку и покажи, что у тебя получилось. Ребята, и у меня два шарика. Два шарика. Итак, смотри, два шарика. Я вот третий еще достал. Вот соедини вот так руки. Три шарика. Вот тебе... Вот ровно нужно, три, ребят. Ровно три. Вот тебе нужно будет сказать просто, сколько шариков будет у меня в руке. Вот один шарик я убираю в карман. Один шарик я кладу в руку, один в карман. Вот скажи, сколько в руке? Два. У меня? Да. Два, да? Ребят, два шарика. Вот еще раз, я вот достаю еще один шарик, вот соединяй руки. Вот три шарика. Три. Я один шарик убираю в карман, один шарик в руку, один в карман. Сколько в руке? Один.
Давай еще раз покажу. Значит, смотри. Раз, два, три шарика, да? Угу. Кубик Рубика запутаю. Кубик Рубика запутанный. Вот сейчас первый человек, который напишет цифру от 10 до 15, эту цифру будем использовать. Напишите любую цифру от 10 до 15. Любую. Пишите в комментариях. Просто если назвал бы Данил, вы подумаете, что он подставной, и он называет какую-то специальную цифру, поэтому, чтобы вы так не думали, вот напишите цифру. 12. 12. Да. Смотрите, кубик Рубика запутанный. Я сейчас посчитаю ровно 12 раз. А вот даже 13. Вот 13 написали первый человек, 13. Вот хорошо, будем использовать именно эту цифру, 13. Запутанный кубик я считаю ровно 13 раз. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И кубик Рубика полностью собирается именно под этой цифрой 13. Но вот сейчас, смотри, я сейчас отвернусь, ты загадаешь любой цвет из кубика. И ты вот загадаешь, и своим цветом мне на ладонь положишь вниз. То есть, если ты загадаешь оранжевый цвет, положишь мне на ладонь вот так. Угу. Все, держи кубик, я отворачиваюсь, и зрители следят внимательно. Кладем на ладонь. А твой цвет входит вниз. Да. Да. Я за спиной запутаю кубик. А кубик Рубика запутанный, ты загадал какой-то цвет. Да. Зрители не видели какой цвет, или ты показывал? Показывал. Показывал. Итак, смотрите, я покажу кубик запутанный. Вот цвет раскидан по кубику. Вот сейчас всем просто вот назови, какой цвет ты загадал? Красный. Красный? Вот если щелкнуть пальцами, видите, красный цвет пропал из кубика со всех сторон, кроме одной стороны, и это именно красный. Единственный цвет, который собран. И вот сейчас я попробую за спиной собрать кубик, не глядя. Я вот не смотрю, скажи, Данила, кубик собран или нет? Собран. Но было бы круто, да, если бы он был собран. Но на самом деле, вот когда кубик Рубика не собирается, я придумал очень интересный метод. Можно взять запутанный кубик и просто потрясти со стороны в сторону, и он прям на ваших глазах собирается. Со всех сторон причем. И вот сейчас тоже специально на камеру, как можно еще один раз собрать волшебным образом. Я кубик Рубика запутал. Покажу, что кубик запутанный. Можно даже прямо отсюда заснять, да. Я не буду его так поворачивать. Я просто уроню, потому что он полностью собран. Как-то так. И кубик реально вот обычный. А теперь интерактив с вами. У меня в кармане колода карт синенькая. Вот сейчас кого-нибудь подключать, наверное, не будем, ладно. Напишите в комментариях совершенно любую карту. Двойки, тройки, четверки, все эти карты есть в колоде, то есть здесь 52 карты. Человек, который напишет первую карту, то есть первый комментарий, любую карту, эту карту будем использовать. Напишите в комментариях совершенно любую карту. И потом будет выключить фокус. И я колоду буду держать все время перед вашими глазами. Так, туз-крести. Вы могли назвать совершенно любую карту, вы сказали туз-крести. Я покажу в колоде все карты. Видно, я думаю, вот так. Все карты лежат нормально. Одна карта в колоде перевернутая. Я покажу, что эта карта именно туз-крести. Кто сейчас удивился, поставьте много лайков. И после этого покажу вам еще один крутой фокус. Все, супер. Поехали. Я покажу вам. У меня есть колода карт, и все карты в колоде перемешаны. Все, вот я покажу так. Все карты перемешаны. Смотри, Данил, я буду кидать вот таким образом карты. Ты просто скажи стоп в любой момент, и я отворачиваюсь.
Стоп, вы здесь? Да. Возьми карту, запомни, покажи зрителям. Запомнили? Все увидели. Ага. Положи обратно. Я кладу, насыпаю. Все честно. Я не подглядывал. Вытягиваю руку вот так, чтобы на камеру прям было видно. Я возьму карту Дама Буби. Я думаю, это не ваша карта. Я вот Даму Буби положу тебе на ладонь и сделаю здесь щелчок. Твоя шестерка? Да. Да, ребят, наша же шестерка. Поставьте ваша. Сердечки. Да. Ну вот теперь самое интересное. Я беру эту шестерку пики, дую на нее. И здесь уже Дама Буби. Угу. А что тогда в руках? Шестерка пик. Ага. И вот теперь самое интересное. Я покажу вам, что все карты еще раз перемешаны полностью. И вот если всего лишь... Да, может, чуть-чуть в сторону полутаю, чтобы было видно. Я делаю всего лишь один щелчок, и шестерка себя копирует, их становится две. Я делаю еще один щелчок, их уже три. Но если сделать много-много-много-много щелчков, то в колоде все карты становятся шестерками пик. Я даже вот так продемонстрирую. Так. Вот. Все карты шестерки. Но если вот так вот потереть колоду, щелкнуть пальцами, и все карты становятся обычными и перемешанными. Все, всем большое спасибо за внимание. Если кому-то понравилось, можете нажать много-много лайков. И всех с праздником. В общем, передаю слово Данилу. Ребят, поздравляю вас с 1 июня, Днем защиты детей. Поставьте сердечки. Все очень круто. Ребят, все, спасибо вам большое за время, которое вы нашли. Еще раз с праздником. Пока.